Всем привет, друзья, с вами я, Джек. Сегодня я вам... Короче, кто-то говорит, у тебя не все пушки, я тебя не понял, ты вообще играть умеешь. Ты играть не умеешь. Ну, правда, тебя каждый нубик постоянно убивает. Как-то... Посмотрите некоторые ролики. Я там, когда хотел пушку достать, у меня... Вы что, не верили? Там все они. Ладно, а вот такие... Ну... Вот урон там... Короче, не знаю, как это называется. Короче, сейчас я вам покажу, какой я вам нуб. Я в Чикен уже давно играю. Реально. Если вы вообще в него не играете и думаете, ой, а он, ну, он с читами играет, то это неправда, я без читов. Тут где-то видно читы. Вот, если бы у меня были читы, у меня бесконечные монеты были. А у меня нету. Нет, я, конечно, понимаю, что у меня все животные, все машины, вот, и мобы, и так далее, но... Чекин, Ган, ты пофиксишь это когда-нибудь? Не, ну, реально. Птички летят, Бамби. Ладно. Так, тут не песни распевать надо. Мы сегодня в катку прошли. Я вам пришел показывать, какой я вам нуб, ё-моё. О! Та карта, которая мне нужна. Берем винтовочку и просто идем. И просто идем. Петушок, 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 получи. Я еще иногда тоже в прыжке бываю, потому что, ну, мне это очень нужно. Видели? На. Yes! Попал. Прямо в яблочко. Я сейчас снимаю второй раз, потому что, ну, у меня, во-первых, у меня просто камера не заснялась, как говорится. А ты тут что забыл? Ушел. Птички летят, бомбить поросят. Ну блин, да я когда-то убью, просто подлетал, у меня это вот просто спадывало, типа, ну как сейчас бар был. Вот. Да я. Чё вы их спавните? Ну, реально, а вот зачем? Подписчик Дэна 19К. Я тоже подписчик. Получай, директор. Блин, директор. Я директор. Птичка летит, бомбит поросят. Вот не люблю этих нубиков, которые слишком жесткие. Домики, домики. Почти попал. Быстренько. Спидран. Все, берем. На, получи. Даем небольшого... Ну, не знаю. На. А кто там решил устроиться? Устроить себе, блин, праздник. Я ща этот праздник вам... испорчу, на. О, у нас молодец один петух. О,
молодец. Он с винтовочкой. Посмотрел, вот смотрел Дэна. А он говорил, что надо сначала покупать винтовочку. Ну, там, типа, ну, вы, наверное, видели его старое видео. Я у него тоже давно смотрю. Подписчик. А он правильно написал? Мне кажется, нет. Так, ладно. Так. Ай, закончился. Как вот не вовремя? Вот как не вовремя? Давай, давай, давай. Молодец, молодец. Хороший мальчик. Стоп, он... Стоп, подожди. А кто? А, ты! Ах ты! Да ё-моё, ничего вы не читали! Спавните! Кто меня тут взял? А, ну, начинаешь? А тебе вообще все равно, что я тут? Им все равно? Ай, не попадешь, не попадешь. Но, yes! Ладно. Ах ты! Подписчик. Ну да, мы, конечно, выиграли. Они почти что ни одного петушка не убили. На! Ты стоишь. Постыл, кстати. Так, тут не обязательно идти, тут надо идти. Опа, зачем его заспавнили? Подписчик Йонкарамана Дэна. Ну, чей. Так, ребят, что-то я замолчал. Ну и ладно. Ты чё? Ты чё прошки начал угрожать? Ну ладно, лежи тут. Я вообще-то прав. Ты не имеешь права. У нубов нет прав. Ладно, что у них есть права. Если на машину, то у них точно, наверное, нету еще на машину. Титан! Титаник! Вот эта вот штука начала что-то багаться слишком много. Я вам сейчас правду говорю. Да что там стреляет? Опа-на, я придумал. Смотрите. Просто прицел у этой. Don't worry, be happy. Ребят, вы тоже слышали? Ребят, вы это слышали? Типа голос Путина. Сейчас. Да. Иди ты отсюда. Уже надоел этот звук. Там... Да эти вообще только 2 кило сделали. Они что, играть реально не умеют? Блин, вообще все равно, что это мы там типа побеждаем. Ну. Я просто с прыжка кого-то уже убиваю. Ребят. Опа! Опа-на. Добыча появилась. Ребятки. У меня бесплатная еда. Mm-hmm.
Понятно. Добыча не удалась. Добыча убежала. Молодец. Просто, ну он мирный, наверное, его не надо сильно убивать. Но если он мирный, то мне надо. А не только вообще. Ладно, но ну зачем так? На! О, с прыжка просто разношу. А как залага? А, все. А что так мало монет? Короче, просто выходим. Мне надоело. Там еще арабы какие-то. Ребят, ну что бы купить? Может, что бы купить? Там скинчик на винтовочку. Кстати, если кто-то не знал, у меня первый скин был, ну, это, наверное, у всех, у кого была лазерка, у всех был первый этот скин. Но у меня был второй из новых скинов, это первый вот этот, второй вот этот, и третий вот этот, и я сейчас с ним хожу. Ну, мне он нравится, типа, моделька на него только разукрашенного. Может, этот реально одеть? Вот этот? Или вот этот? Вообще этот! Ладно, ребят. Короче. Всем удачи. Всем желаю удачи. Всем хороших каникул. Всем удачи. Зачем я повторяю? Короче, всем удачи. Всем... Я реально это сейчас повторяю? Всем пока-пока!